Петр Семилетов представляет новую демо-версию своего движка Юрик 2. Помню, что это леталка-стрелялка такая старорежимная, которую я делал уже несколько лет. Написано на языке C++, будет для всех платформ и народов. Сначала в основе движка лежала библиотека SDL, а теперь я портировал движок на SDL 2. И вот что у меня получилось. О! Кролик Юрик может сбивать своими морковками игровые объекты. Работает система параллакса, то есть фоновые слои движутся с различной скоростью, что создает эффект псевдообъема. Работает шрифтовая система, то есть вывод графики, музыкальные и звуковые движки. Вот. Графика в этой демке взята из предыдущей версии движка, поэтому не подходит под новую по размеру, и все здоровенное и странное. Ну да, это поправимо. Главное, что все работает. И, наконец, мне удалось добиться правильной скорости работы на любых компьютерах, а не только на избранных. А раньше было не так. Вот, собственно, и все, что пока есть, что показать. С вами был Петр Семилетов, движок Юрик 2.